Оздоровительный туризм Азербайджана. Возможности для развития. Под таким названием в городе Шуша состоялась конференция, организованная Государственным агентством по туризму. В жемчужине Карабаха специалисты из разных стран обсудили возможности туризма Азербайджана. Потенциал оздоровительного туризма Азербайджана богат и широк. Исторически целебная нефть Нафталана, соляные пещеры Нахчевана, термальные воды Кельбаджара и другие природные и лечебные ресурсы республики получили признание как на региональном, так и на международном уровне. Об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуат Нагиев заявил на конференции «Оздоровительный туризм Азербайджана. Возможности для развития», проходившей в Шуше. Он добавил, что на Абшероне, Шабране, Габале, Ленкаране, Щеке и в ряде других регионов также работают различные оздоровительные учреждения, привлекающие местных и иностранных туристов. В целом, эта сфера постоянно находится в центре внимания руководства страны. Особое внимание развитию оздоровительного туризма уделено в стратегической дорожной карте развития специализированной туристической индустрии в Азербайджанской республике, утвержденной указом президента. Госагентством по туризму проведена оценка ресурсов оздоровительного туризма по реализации соответствующего пункта и подготовлен отчет под названием «Оздоровительный туризм в Азербайджане. Текущая ситуация и перспективы развития». В то же время была сформирована рабочая группа с участием представителей различных государственных и частных, а также общественных объединений, связанных с развитием данной отрасли. Наряду с этим Фуат Нагиев подчеркнул, что планируются мероприятия по формированию механизма развития производственно-сбытовой цепочки от переработки нафталанской нефти до ее потребления. В настоящее время среди основных целей – дальнейшее развитие нафталанской нефти как туристического продукта и продвижение в Европе и на новых рынках. В странах СНГ многие имеют представление о лечебных курортах Азербайджана, однако европейские государства не так осведомлены. Поэтому одна из целей сегодняшнего мероприятия в Шуше – повышение квалификации специалистов в области оздоровительного туризма и обмен опытом. Мы намерены привлечь как можно больше зарубежных экспертов. Готовятся отчеты по изучению возможностей оздоровительного туризма. Формируется рабочая группа. Гости мероприятия отметили значительный потенциал Азербайджана в медицинском туризме, а также высокий уровень организации конференции. Участники рассмотрели новые возможности для выдвижения на мировой рынок богатых природных лечебных ресурсов Азербайджана. Я думаю, что данная конференция действительно поможет во многом для того, чтобы определить какую-то дорожную карту и по ней направляться дальше. И перспективы Азербайджана, я говорю, безумные. Их надо только брать и делать. Теперь осталось не только в теории, а перевести это в практичную плоскость. И я уверен, что под руководством Министерства туризма, Министерства здравоохранения действительно будут найдены пути для решения всех наболевших проблем и, наоборот, для того, чтобы повысить привлекательность Азербайджана на международных рынках. Мы видим перспективу в развитии таких отраслей, как таласотерапия. Это лечение продуктами моря. То есть морской песок, морская вода, водоросли – это очень перспективно для Азербайджана. Азербайджан имеет до 800 километров морского побережья, и Каспийская морская вода очень полезна, как мы все знаем, наверное, с детства. Помимо этого, второй особенностью Азербайджана является грязевые вулканы. То есть если в республике, то есть в мире есть где-то 800 таких вулканов, то 350 из них расположены в Азербайджане. И это вызывает очень большой интерес у тех людей из зарубежья, которые приезжают в Азербайджан. Конференция, в которой приняли участие специалисты из Турции, России, Швейцарии, Чехии, Малайзии, Казахстана и других стран, была посвящена изучению передового опыта в секторе оздоровительного туризма и определению направлений развития для Азербайджана. Кроме того, был проведен обмен мнениями об опыте оздоровительного туризма успешных стран по всему миру, о применяемых ими технологиях, цифровых инновациях, а также о новых методах, которые используются для повышения качества услуг оздоровительного туризма. Пяри Дунемалиева, Лидия Молодцова, Бриллиант Исламова, Рамиз Мирешли, CBC.